приступить к тому, чтобы прочитать свое стихотворение, я хотела бы сказать вам спасибо, потому что вы читаете свободно, и этим очень многому учите. Когда ты не участвуешь в таких литературниках, твои стихи а-ля Анны Ахматовой, то есть они достаточно правильные, выдержанные во всех канонах. Поэтому спасибо вам за свободу. Вы учите быть таким, каков ты есть. Эти стихотворения я написала очень давно, ну не очень давно, где-то год, поэтому хотелось бы вам прочитать. Первое про любовь. Когда один, безликий стен, забыты фото на окне, пылятся мысли, сохнут вены, и в жизнь врываются измены, что словно бабочки в вине. Миндалом пахнет одеяло, и горечью пропитан чай, а я дышать уже устала, и быть самой собой мне мало. Вот сердце бьется невзначай. И дождь на улице не слышит моего крика раненого боя. Он в спину в полночь томно дышит, моей рукой послание пишет, забытый мною дом родной. Я задыхаюсь, мир темнее, перед глазами только пропасть. Я забываю все, что греет, все то, что жизнь отдать не смеет. И на краю храню лишь робость. Храню твой первый робкий поцелуй. И в пепел стертое последнее письмо. А ты иди и смело маршируй, с военными ветра в полях волнуй. Но прилетай хоть призраком ко сну. Сольемся в целое, забытое ничто, разбив чьи-то планы и желания. Нет, хуже бесконечности одно, сухого ожидания вино, бесстыдно опьянившее молчание.